Ну вот из недавнего пример бизнес-квест-площадка. В целом в бизнес было много вложено, но не было системы. И в итоге там были минуса. Когда я зашел, приходилось решать много-много проблем, потому что эти проблемы не решались годами. Ну, пример, допустим. Первое. Необоснованно высокие заработные платы, раздутый штат. Сразу же пришлось всех уволить, чтобы... Второе. Постоянные расходы в виде, допустим, тех же сим-карты. Постоянно ест тарифы, то есть поменял тарифы, убрал все постоянные расходы, которые можно убрать. Убирайте все постоянные расходы, что можно убирать, все убирайте. Следующее. Огромная площадь, и там были насекомые, с которыми годами они мучили персонал и клиента в том числе. Все было решено моментально, там буквально 3000 рублей было вложено в протравку всего помещения. Помещение около 600 квадратов. Все. В результате там вложений регулярных протравливаний, насекомых нету. Проблема решена. Проблема не решалась просто. Далее. Не было системы продажи. То есть как-то клиенты приходили, были какие-то предпринимателям сделаны действия, но в систему это не было введено. С помощью небольших действий, рекламных, элементарно штендер поставить на улице. Вот конкретно сделали два штендера, черная доска, с одной стороны написали «заходи», расписали услугу, почему нужно. Все, какой-то трафик уже дало это. Далее, стали работать с сайтом-агрегатором заявок, то есть стали приходить квесты с сайта агрегаторов. Да, они берут 30%, но они дают выручку. Третий момент. Убрали сотрудничество с таким сайтом скидок, как Биглион. Ни в коем случае, предприниматели, не работайте с Биглионом. Только в крайних случаях. Вы не увидите деньги, вы получите максимально жадных и максимально неплатежеспособных клиентов. Вам такие не нужны. Не работайте с Биглионом никогда. Антиреклама Биглиону. Прям вот расскажу, как есть. Значит, вы ставите скидку на свою услугу, допустим, 50%. Там можно варьировать, да, скидки. 50% это минимальная скидка, которую вы ставите на свою услугу на этом сайте. Минимальная. У вас, допустим, услуга продается по 3000. Вы выставляете эту услугу на сайте за 1500. Из этих 1500 вы будете иметь 30%. Вот. И в итоге вы... получаете эти деньги на расчетный счет через месяц. Потом еще вам надо обналичить эти деньги. И вы в итоге проделываете ту же работу, но ничего не имеете. Да, у вас будет куча халявщиков, которые хотят халявы, которые хотят получить все бесплатно. Но если вы хотите такой геморройный бизнес, идите на Биглион. Группон, выставляйте свои услуги, свои товары с максимальной скидкой. Если вы хотите реально зарабатывать, вам нужно научиться просто позиционировать свои услуги. И сейчас такая ситуация. Раньше приходило там 6 клиентов с Биглиона на эти квесты. И сейчас один клиент, который приносит наличку и дает выручку, которую приносили 6 клиентов. А 6 клиентов это... не деньги в карман предпринимателя, а в карман Биглиону, который получит через месяц. В лучшем случае там 30% от этой от скидки, вот, которую вы сделали. Выход один. Научиться получать клиентов на свои товары, на свои услуги. И если у вас это качественная услуга, это нужная людям, не так сложно получить в городе. Вы же не создаете где-то
в горах, в пустыне бизнес. Если в городе находится ваш бизнес, в России не такая уж и большая конкуренция по всем видам услуг. Далее, что про квест-площадку, про бизнес, которым сейчас вот недавно занимаюсь. А бардак был во всем. Вот непонятно, где какие пароли, что, откуда. Работники тащили все, что можно, все, что нельзя. Налево уходили деньги. Контроля за кассой не было абсолютно никакой. Все тянули, как в колхозе. Все потихонечку тянули с этого бизнеса. Он работал, предприниматель, имел только кучу проблем. Сейчас в результате целенаправленных действий, работая с проблемами, квест-площадка вышла на хотя бы на ноль, и она дает уже дивиденды. Дивиденды партнерам небольшие, но дает. Сама окупает себя. Только благодаря простым действиям. Благодаря тому, что погружаешься, обучаешься, можно, в принципе, ну, любой бизнес освоить. То есть, есть основные принципы, которые нужно соблюдать. Главное не лениться, главное не бояться учиться, то есть вникать в эти процессы, применять свои навыки, и все будет, и будет бизнес работать, процветать, и можно заработать на бизнесе и на его продаже. Вот заканчиваем видео на фоне вот такой поливалки. Вот сейчас время такое. Развитие интернет-технологий, биткоин там. И вот именно в это время развитие соцсетей. Идите к реальным людям, обратитесь к реальным их проблемам. Если вы хотите зарабатывать, запустить какой-то бизнес, получить в нем опыт, получать прибыль, сверхприбыль, идите к ним прям, смотрите, какие у них реальные, а не какие-то виртуальные там биткоины, куда переложить из одной кубышки, с одного кошелька на другой. Нет, вот конкретно ребенку праздник надо, шоу, конкретно человеку нужно унитаз поставить, дом построить, ремонт сделать. Конкретно сейчас ему это надо. И вот идите к ним, то есть, значит, создавайте такой бизнес, который будет обращен к людям. Ну, конечно, используя какие-то возможные, все, может быть, невозможно использовать интернет, эти инструменты статистики, сбора информации, рекламы. Используйте, что можно. Сейчас можно построить что угодно, какую угодно форму привлечь, был бы клиент. А форму бизнеса придать ему можно любую. Поэтому идите к людям. Узнавайте их проблемы, запускайте свой бизнес, используйте все имеющиеся технологии, которые можно использовать, которые в вашем распоряжении. Потому что это все реально сейчас можно реализовать практически что угодно. Какая еще есть проблема? Есть бюджет на рекламу, который тратится ну, тупо, бестолково. Деньги какие-то закидываются, нет статистики. Ну вот пример там, какой-то ролик на фудкорте рекламировать свои услуги. Ну кому, господи, на фудкорте, кроме как поесть, если вы не рекламируете свой бренд, кому вы там нужны? Кто будет записывать ваш телефон? Всем поесть, покушать и идти, пойти в туалет, и идти там дальше развлекаться или покупать шмотки. Или там, очень много всяких различных моментов. Когда у предпринимателя есть деньги, он начинает вкладывать какую-то тупую рекламу, чтобы вот бренд, не все. А простую, дешевую, которая дает реальных клиентов, реальный результат, не делает. И если начать делать вот эти действия, результат сразу же мгновенно. Грубо говоря, там вывеску повесили, поставили штендер, где есть проходимость. Поменяли баннер, что можно, настроили элементарно рекламу, какой-то Яндекс минимальный, с минимальными проплатами, доски объявлений, те же Авито, Юлу, там, что есть в вашем городе, все использовать. Но не бездумный тупой текст, а грамотный, красивая картиночка, хороший текст, ссылочка на сайт, переделать сайт, если он у вас старый.
Вот такие действия.